нагородити Бакаєва Дмитра Геннадійовича, політичного оглядача, директора програм товариства телерадіокомпанії «Круг». В домі прийомів пройшло торжественное награждение лучших журналистов Одессы и региона. 58 корреспондентов получили от губернатора почетные грамоты и ценные подарки. Теплых слов в этот день было достаточно, но, само собой, одними словами дело не ограничилось. Журналисты, операторы, фотокорреспонденты, координаторы, редакторы, руководители служб новостей. Итого, несколько десятков человек были отмечены почетными грамотами Кабинета министров Украины, знаками отличия, почет грамотами областного совета и облгосадминистрации, а также ценными подарками. Приятно, что внимание было оказано не только ныне действующим сотрудникам средств массовой информации, но и ветеранам журналистики. Кстати, в это же время подобная церемония награждения проходила и в Киеве. Там Одессину представляла гендиректор Одесской областной государственной телерадиокомпании Оксана Матюх. Ей вручена благодарность от премьер-министра Украины Николая Яновича Азарова. Эдуард Матвейчук подчеркнул: «Власть к вам прислушивается и готова вас слышать». Очень хочется, чтобы эти слова были не просто словами, а дальнейшими действиями власти. А ведь надо сделать одну лишь малость – слушаться к прессе и в первую очередь к народу. Ведь мы так мало просим. Михаил Комадовский, телекомпания ЛТВ.